Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Нига. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Все написали в комментариях. Ну, конечно, обманываю, не все, человек 10 всего, чтоб я записал. Хоррор. Я посчитал это очень гениальной идеей. И сегодня у нас Гаррис Мод, карта. Хоррор называется Хилофобия. Пацаны, вы готовы? Да. Объясню вкратце про эту карту, пока мы проходим. Карта непростая. Карта имеет рандомайзер. И здесь карта, которая не будет повторяться с одинаковыми заданиями. То есть вы будете запускать, и у вас будет всегда разное задание. Поэтому это очень круто. 23 раза можно проходить карту. Нормально, да? Или я неправильно понял? Так, подождите. Вот, я нажал. Открыл. Первую загадку решили. Хилофобия. Вот, так она и... О, смотри, чувак ходит. Мужик. О. Визер. Такой звук, да, прикольный в игре? Пацаны, короче, давайте еще ящики. Ломаем все ящики, которые тут есть. Да брось ты этот ящик, ты забрался. Где Мартвота пришел? Ломайте, ломайте все, только друг друга не бейте. Вот это психи какие-то. О, вентиляция, Димас. Погнали. Так, пропишу стоп-сон, потому что музыка какая-то очень... Знаете, как эмбиент какой-то. Бэмби. Бэмби, да. Я не знаю такой формат, но, наверное, я фанк переделанный. Мне нельзя. Нет, она видно, что она статичная. И постучу тоже. Так. Вот здесь поломанная, не? Ну, здесь, по-моему, надо, Димас, идти. Нет, куда я иду? Идем. Сережка, все, проходим. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся записать классный ролитосик и поднять вам настроение. О. Сразу скажу, этот ролик может быть очень длинным. Может подрубить ночной режим? Да нет, давай. А, у меня камеры нет. Ломайте все, что видите. Все. Убийцы ящиков пришли. Тут дверь закрыта. По-любому что-то где-то заныкано, так всегда. О, трупейшн стал, пацаны! И сразу лег. Граната? Она не зря здесь. Граната спрятал. Подождите, магнитофон машины не надо, что-то было. Я броню взял и патроны. Пацаны, тут корыто. Револьвера. Кому ноги помыть? Так. Это я в баньку нужно. О, у меня что-то появилось. О, я взял тоже оружие. Ой, Дима. Ладно, шучу, то я через кью брал. Твой звук то. Так, пацаны, нам надо как-то открыть калитку. Ай, бочка больно. Так, может тут что-то? А, я нашел. Тут рычаг был. Где рычаг? Зомби был. А где зомби был, рычаг был. Вот это мы молодцы, Алешевичи. Нига молодец, как всегда замечает всякие шляпы. Лифт! Поехали, пацаны, на 9-й этаж, наверное. Или как всегда под землю. Во всех хоррорах под землю едем. Ну конечно, ой, это не исключение. Клишее типичное. Вот что-то розовый цвет откуда-то идет. Дискотека что ли? Эй, нам там можно надо было выходить. Откройте, мы в ад спускаемся, Димас. Да не ссы, у меня классный пулемет. А у меня обоссанная монтировка. Так ты ее помоешь, чтобы она хотя бы не воняла мочой. От тебя вы... Эй, не дерись, я тебе сейчас в голову стрельну. Воу, прикольно здесь, да, пацаны? Электричество убьет. Нет, а что нам, надо столы набросать туда? Может, по ящикам надо пройтись? По шкафам? Я понял, я прошел, смотрите. Сейчас. Ой, а что произошло? Это телепорт, Димас. Офигеть, и где это мы? Эй, не свети так ярко в глаза. А где-то мы появились? Так, это вода, я думал лед. Нет, как по льду. О, лачуга какая-то. Погнали, сейчас будут зомби или кишки. Это моя хатка. Пацаны, пароль помните? Смотри, Серега, тут пиво свое оставил. Ну, 5, 10, 5. Давай, да, на этом 5. Наше полномочия как бы все уже. Пацаны, вот еще. Я открыл, Димас. Кому кто, это, кто хочет в туалет, пацаны, присаживайся. Ты что, дурачок, вставай. О, я гранаты нашел.
Так, пригодятся, Сережка. Так, я пока по окружности пробегусь. Все-таки втроем быстрее Димас, проходить. Я открыл эту дверь, где там закрыто было. Идем. Двойной прыжок так, есть. Разувайтесь. Куда разувайтесь? Куда ушел? Вы где? А мы внутри уже в кабаке твоей. О, Серега, ты что тут этот чай пил с бутылок? На тебе бутылки твои. Не ломай. Посуда тебя конченая. Вот так и пускай, друзья, в гости. По пьяни тебе тут все поломают. Алкаши вонючие. Так, ну ч... то я возвращаюсь. Нам сюда по-любому. Вот сюда. Нет, не сюда. Закрыто. О, житуху взял. Сюда. Так, так, так. И чего? Ничего. А что ты делаешь? Топишь? Да. И чё? О, наконец-то, хоть что-то. А чё ты сделал? Не знаю, револьвер тут у меня лежал. Блин, о, кусок этого хэдкраба не надо жареный? О, раз, я сломал тут. О, красава. Что за хамари? Ты хоть бы поубирался, это твоя комната? Серега, ты хоть реально грязно у тебя как-то здесь, ничего не видно? Кто там? Конченый что ли? Ты по моим друзьям решил стрелять? Кто еще на нас батон крышит? Это не хоррор какой-то, а экшен начинается уже. Ну так они же хотели... Пушка кончена, не ори. Так, я что-то понажимал здесь. Чё за звуки? Броню. Это я броню. Нажал. Все, нажимаем подряд. Дверь закрыта. Так, мы отсюда пришли. Чё тут, железнодорожная станция, да? Угу, по нас мончат. Эй, там электричество. Воу, поезд чуть не сбил меня, ты видел? Конченые, что ли? Как я их? Нормально. Что за фиолетовая компания? А знаете, такое хилофобия? Это боязнь летающих предметов. Вы не боитесь летающие предметы? Я нет. Как, о, слушай, как нам тут прыгать? Офигенная карта, да? А вот тут дверь какая-то, ребят. Идем. Какие-то аномалии электрические. Машина. Застряла. Радиация. Открыто. Кончены. Я таких фигачу только так. Рэмбо пришел. Может вообще какие-то хорроры. Это на прохождение чисто есть же не хорроры, а где именно NPC надо фигачить. Экшон. Так, мы отсюда пришли. Нет. Да? А. Нет. Давайте куда пойдем? Давайте восьмерку, любимое число. Воу. 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 Че, нам сюда может? Там кто-то сидит. А нет, мне показалось. А что нам делать? Прыгать? Воу, я растворилась. Ой. Все растворились. Ты прыгай ко мне. А я могу к тебе и так прийти, я знаю где вы. А вот тоже умер. А, это Нигл умер. Так, не зря я поставил спаун. Я знал, давай, что так будет. Давайте, тут наугад. О, да, в троечку. Где третий? Третий поднялся. Так, пацаны, я беру мощное оружие, как всегда, потому что я знаю, мы можем проиграть. Но я не позволю этого. Мы что, вначале пришли? Да, мы прошли эту головоломку. Нам дальше надо идти. А куда дальше? Подожди. Димас, ты где? Иду, иду. Сюда. О! Чумной. Не иди. Так, мы тут были, да? Нет. Тут заходим во все двери. А, стреляют, стреляют! Погнала жара. Слышь, иди там сюда. Снайпер. Там мне насрать на снайперов.
Наклонили всех, да, пацаны? Так, у меня 7 жизней. 7 жизней. Я занялся снайпером. Все, минус. Я вижу, минус крыша. Эй, не стреляй шарами. У кого-то есть аптечка? Так, чё у меня не открывается? Может, нам не сюда? Ну, NPC вражеские здесь были, значит, что-то здесь должно быть. Давай пройдусь туда на всякий случай. А чё это летает? Да, пусто все. Но надо все проверить. Очень тщательно. Нашел дверь. Пацаны. Сюда. Готовьтесь. Как сюда у меня перезарядка. Сейчас будет мочилово. О, гравипушка. Отлично. Что делать? А, гравипушка дверь, наверное, может поломать? Да не. Ты сейчас только нас поубиваешь. Может сюда? Да не. А что делать? Серёг, отойди, отойди. Я почку попытаюсь его вытащить. Нет. Да я стрелял, оно поломалось бы. Провода может надо вытащить и вставить? Что-то с проводами? Давайте посмотрим, провода отследим. Ой, я вытащу, вот, смотрите. О, прикол. Вот эту перегородку вытащить надо было. Видишь, какой ты умный? Да. Кран прокручивай, пацаны. Давай. Прокрутил, что-то открылось. Идемте вернемся. Дверь закрывается. О, справа, справа, Димас. Справа открылась. Да я вижу. Кабаны не могут пройти, жирные. Рабасы, блин, вонючие. Ну чё, давайте нам врагов. Хочу стрелять уже. По 10 кп, по 10 миллионов. У кого? Вас. Нет. Димас, всё ещё гораздо проще. Надо было просто гравити пушку. Да, да, так неинтересно. Чё здесь? Да патроны ничего. Для дроп... Стул. Для моего. Ой, я дверь нашёл. Погнали, открыто. А, чё так... Там нычка, да, наверное, если этот значок есть? А, ну да, патроны. Как всегда. Значок Half-Life. Это темная комната. Бензин, пацаны, взял, по-любому пригодится, пошли. Давай, 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 подожгу. Вы же знаете, что сюда надо... Он стреляет уже. На! О, сейчас загорит. Правильно. Сейчас. Ой, красава. Серега, молодец. Слышь, ты что стреляешь по мне? Мочи его монтировкой. Да я подстрачника хотел ему дать. Мужики, выходите. Здесь не хватает какого-то. Так, надо сюда это... предметы, наверное, какие-то сложить. Проводь. Проход. Так. Я все ломаю. Крушитель 2.0. Где хедкраб? Ой, Серёг, я нашел тебя. Так, наверх сразу. Закрыто. Там ничего нету. Вот есть дверь. Вижу. Это. Карта запутанная, жесть. Куда-то провода висят. Вот так, вот там что-то есть. Нажимай к двери. Кнопки не? Не жмутся? Провода. Может, по проводам надо ориентироваться? А вот вверху надо розетку нараставить или вытащить. А, нет, это не розетка. Да, не, ничего не наблюдаю. Не, ну это не зря здесь. Ну, будем смотреть. Не? Не-не.
Ну-ка, может взорвать? Попробуй. Отходите, да. Кидай. Не, ничего, только жизни у меня тратится. Так, может стол надо поклацать? В столе что-то? Тут. Короче, в этой комнате ничего нету. Просто это такой прикольчик. А быть того не может. Может, может. Дверь выбить надо было. Я знал. О, уборщик. Где? Да что он убирал? Да, я он плохо убирал, я его хотел уволить уже давно. О. А где? О. Спасибо. О. Ты что, не трогай, у них чаепитие, видишь, Димас? На отдыхают. О, чувак, смотри, уставший. О. Наелся и спит. Но. А теперь... наелся просто. Странные они. А, сюда надо что-то вставить. Чё? Генератор. Та не. Надо аккумулятор найти. Нашёл. Нашёл? Может арбуз? А ну в движок вставляй. О. Красавелла. Арбуз, не? Так, тут. Слышь, тут миллион дверей. Это симулятор дверей, что ли? О. Да. Побежали. Так, оружие это кончается. Другое берем. Так. О, челик стоит. О. Привет, пацаны. Мы что, прошли? А, они... Да, прошли. Конец. Красота, ни разу не считерили. И я знал, что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!